Меня зовут Катя, мне 11 лет, я приехала из Киева. Мне больше всего нравится в лагере отношение вожатых к нам, то есть они к нам относятся как к друзьям, и с ними можно подкровенничать и поговорить о всем, что хочешь. С учителями очень приятно общаться. Учителя в Дакэмпе ничего не понимают по-русскому. Они разговаривают только по-английскому, если ты говоришь что-то на русском, и потом говоришь им, чтобы они повторили, то они это делают очень смешно. На прошлой неделе ходила на лидерство и на Arts and Craft, и сейчас хожу на лидерство и на кулинарию. Я бы посоветовала этот лагерь тем, которые хотят свою профессию соединить с учением английского языка, чтобы учиться за границей.